проснулась. Ничего. Заживет лапка, заживет. Покажи, как врач тебя перевязал. Покажи. Покажи. Вот. Ну вот он, киса, приехали, потерпи, 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 потерпи. Ну, так, кто? Лапу эту убрали от меня. Тут отсекать лапу надо, отнимать, она гниет. Лапу отсекать надо. У вас сколько стоит будет? А куда вы потом ее денете без лапы? Я не знаю, что делать. Я обзвонила, все в Москве, там что-то 15 тысяч ежемесячно платить. Первый платеж в Москве. Но мы у себя не оставляем, у нас нету приюта. Я поняла. Эта лапа гниет, ее отсекать надо. Отрезать вот так вот, по локоть. Она высыхает и гниет. Это повязка без толку. Сейчас что делать? А что, ничего не делать? Ее нужно лечить. Сколько это стоит? Что это по лечению? Но мы у себя не оставляем, девушка. Вы понимаете, я понимаю. Говорю? Отрезать лапу, это где-то 1006 будет точно. В кредит мы не работаем. Если хотите, завтра подойдите к начальнику, но навряд ли это будет. Хорошая кошка такая. Красивая. Она, видать, еще. Она куда-то попала, видите, ей все раздробили. Да. Все раздробили, ей вот это вот надо вот так отрезать лапу, потому что все гниет. Потому что так отрезали, она все равно будет гнить и культяшка. Вот надо по локоть. То есть никакие антибиотики.